авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня гостья, которая может даже первенствовать в нашем эфире, благодаря тому, какая у нее профессия. Наталья Зворыгина, руководитель продюсерского центра «Голоса Кирова». Добрый день, Наталья. Добрый день, Андрей. Давайте сразу договоримся. Вот мы с вами пообщаемся, где-нибудь ближе к концу программы вы мне скажете, вот как это, возьметесь продюсировать радиоэфиры мои, по крайней мере, или нет? Хорошо, обязательно. Дадите профессиональную оценку. Что такое продюсерский центр? Вот мы, я люблю гостей, которых, знаете, про них все слышали, и даже вроде как бы кажется, что представляют, чем они занимаются, но если человека со стороны спросить, так, скажи, пожалуйста, чем занимается Наталья Зворыгина? И он такой, она руководитель продюсерского центра. А что это? И вот тут, я боюсь, будет такой ступор, либо совершенно не то, что есть на самом деле. Да, да. Сталкивались с этим? Конечно. И могу сказать, у многих людей узкое видение на то, что такое продюсерский центр. То есть мы что привыкли... Как мы привыкли, да, отлично. Лучше слышать. Как люди вообще привыкли это, ну, воспринимать, то есть как будто бы это только продвижение каких-то артистов. Ну, такой например, Биг Босс ездит да, с артистом, это... собирает да, деньги, кассу. Да, 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 там вот... сделать Диму Билана, там сделать, там не знаю, Нюшу, там и так далее. Вот это продюсерский центр, который выпускает артистов, звезд, там, да. И это действительно так, но в моем понимании продюсерский центр, и который вот я именно сейчас создаю, в нашем городе, он занимается созданием, организацией масштабных мероприятий. Это первое. Затем он занимается раскрытием талантов нашего города, а теперь еще и области. И, конечно же, он занимается созданием очень классных концертов, программ, да, например, там, там и городских, и просто корпоративных, без разницы. А также, конечно, он выпускает, создает вот этих вот звезд, занимается их дальнейшим продвижением, поддержкой, вот этого всего. Но это даже, наверное, пятый пункт. То есть все-таки вот как я начала, вот у меня именно в такой градации. Вы говорите «он», продюсерский центр. Да. Что сейчас из себя представляет ваш продюсерский центр? Что это такое? Что это организация? Это что за структура? Да, это организация без, пока что без здания. Конечно, есть офис, да, где у меня сейчас работают помощники. То есть, ну и занимаемся вот мы на данный момент созданием таких вот крупных масштабных мероприятий. Приходят различные артисты к нам, да, заявок на самом деле очень много. Приходят, говорят... Сами приходят? Да, сами приходят. Я понимаю, что у нас в городе очень много таких вот талантливых людей, да, которые поют. Мы даже знаем вот, ну, такие типа профи, да. Но это люди творчества. И они, во-первых, не могут себя упаковать хорошо, красиво, да. Они не могут организовать свои концерты, ну, потому что они вообще далеки от организации, и к ним, к сожалению, никто не приходит, да. То есть, а петь на аудиторию 0 человек никому не хочется. И также они не умеют зарабатывать, они абсолютно не знают, откуда брать деньги, как эти финансовые потоки вообще открыть. И поют бесплатно в итоге. И еще и на аудиторию. А если делают ценник, там, знаете, рублей 200, то к ним приходит там 5 человек. Ну, то есть, оценивает это да, на 200. Да. Да? Поэтому вот я вообще сейчас вижу вот такую как бы, проблему, можно сказать, вот этих вот творческих людей в том, что, во-первых, их недооценивают, то есть не готовы платить деньги за концерты. То есть, а давайте нам бесплатно спойте. А приходите, а спойте. Мне даже сколько раз вот за это лето было заявок, не знаю, 100. Наталья, ну, придите, спойте там. Не сложно. Пусть... Да не сложно же, ну что, вы зато мы вас там пропиарим, там реклама, все. Я говорю, ребят, а я чем буду артистам деньги платить? Вы знаете, я хочу, чтобы сейчас творчество стало не просто приятным, но и прибыльным. И я вот это говорю артистам. И они такие, и они действительно понимают, что сколько... Это, конечно, здорово, им приятно петь, но всегда есть, знаете, лимит вот этого. И вот этой бесплатности
И потом они, соответственно, это все дело закрывают лавочки и уходят работать, да, там, продавцами, еще кем-то, ну, там, да, экономистами, всем, потому что они понимают, что это... Ну, на этом это не зачем? Проживешь. Да, вот, поэтому этим занимаются, да. Вот смотрите, вы говорите, что их много, и они сами mm-hmm. приходят, и я всегда считал, что творческого человека должен быть менеджер, который вот управляет его делами, да, вот, ну, назовем продюсер, менеджер, без разницы. А они понимают, что им нужен этот человек? Вот я в большинстве своем, казалось мне, что не понимают, что mm-hmm. они думают, что вот сейчас они талант, они пробьются, деньги пойдут рекой сами как-то, mm-hmm. успехи и стадионы, значит, появятся моментально. И вот этого понимания, что должен быть вот организатор, как вы mm-hmm. говорите, у них нет. А вы говорите, что идут сами. Значит, все-таки я есть, бы как... сказала, все-таки, наверное, не все. Да, конечно, это пока что ну, процентов 20-30 идут, а с остальными с кем-то я встречаюсь, с ком я вижу потенциал, я приглашаю mm-hmm. на встречи, они приезжают. Да, они уходят подумать. И я понимаю, что корона на голове у многих такая нормальная. И причем откуда она взялась? То есть я спрашиваю, сколько концертов, где вы поете, как, mm-hmm. что? И в итоге мне ничего ответить-то нормально не могут, да. А я говорю, а вы знаете, что можно поехать там, ну, даже... конечно, хотелось бы, да, в нашем городе это все развивать, да, Андрей, но вы знаете, что можно, да, поехать в Москву, там, в Казань и так далее. Ой, да мы тут сами можем. Ну, давайте идите. Время проходит, ну что, ничего. Ну, то есть вот не могут, да. А у меня лично есть выходы, да, и на Москву, и на другие города. Uh-huh. Хотя, опять же, повторюсь, конечно, хотелось бы в нашем городе это, да, чтобы все расцветало и так далее. Вот, но мы понимаем, что, наверное, сейчас без этого пока что никуда. Ну, то есть осознание приходит? Да, осознание у них приходит. А, да. Наталья, можем немного хотя бы в кухню вот эту углубиться и расскажите, как устроены взаимоотношения между продюсером и артистом? Угу. Можно без конкретных цифр, но хотя бы как это? Это договор, да. Это контракт. Мы же слышим вот угу. эти истории, что подписал... контракт попал в кабалу, и 10 лет поешь, и у тебя паспорт не возвращают. Это в Москве таких случаев очень много было. Я наслушалась массу историй. Вот этим летом ездила в Москву. В Москве есть очень крутой, самый крупный продюсерский центр. Я сейчас с ним заключила контракт. То есть наши звезды могут... Теперь у вас паспорт забрали. Нет, у нас меня не забрали. Но они мне истории нарассказывали. Да, действительно, в Москве заключали контракты на платной основе и пропадали. То есть вот таких продюсеров была просто масса. Конечно, от этого есть недоверие, вот, но я поэтому продумала, да, действительно, я заключаю договор с артистом и продумала эти все нюансы, что изначально он заключается бесплатно, вот, но потом, соответственно, мы начинаем сразу деятельность, и, ну, гонорар, он делится между какие продюсером права и обязанности? Вот в данном случае mm-hmm. возникает. Вы ведь вкладываетесь, вы своими компетенциями, mm-hmm. ресурсами, навыками обучаете, да. рассказываете. Да. А он такой потом раз научился и пошел. Ну, это не только это, да. как бы в этой сфере такая конечно, история. Определенный как срок. Это? Определенный то есть это срок на обязательно, который... да. И то, что делать, да, там нельзя. Там, конечно, много пунктиков. Но, конечно, заключать договор подобный, да, тоже с продюсерами, иметь отношение к каким-то другим продюсерским центрам на срок действия вот этого договора, это нельзя. Выступать на любых площадках, любые предложения, это все согласуется со мной. То есть это сразу же не то, чтобы нельзя, но это все абсолютно согласуется со мной, вплоть до фотосессии, там, ну, вообще всего-всего. Вы должны все это знать. Да, да. Любые треки, любые песни, то есть все это тоже проходит через продюсерский центр и является собственностью центра. А затем уже, когда, если в случае прерывания договора сам артист, если он не отработал в репозже какие-то денежные средства, то он их, конечно, компенсирует, uh-huh. вот, ну и по обоюдному решению он может выйти, но это, конечно, все денежные средства он компенсирует, если какие-то расходники, то есть превышают. Угу, вот. Полученную прибыль. Да. А вот сейчас же популярна, актуальна вот эта тема интеллектуальной собственности, вот как раз то, о чем вы говорите. Да. С одной стороны, это творчество человека. Он поет, он создает этот продукт, а с другой стороны, вы его продаете. Чья вот здесь? Чье это? Чья песня
чья собственность песня, которую поет человек? Ну, смотрите, это... Я очень уважаю этих вот творческих людей, да, которые создают, могут написать слова, музыку, и это все здорово. И каждый уникальный человек. И вот таких вот уникальных людей, таких композиций, их, ну, честно, их очень много, если мы возьмем наш город, Россию. И представьте, сколько вот, вот они просто пылью копятся, вот эти uh-huh. вот все, да, песни uh-huh. шикарные, которым дать бы продюсера, и вот эта песня взлетит там в чате, да, там выйдет в Москву и так далее. То есть, а, ну, то есть, пожалуйста, опять же, да, занимайся сам. Или ты хочешь как-то выйти. Но угу. тогда на этот этап у тебя, ты, твоя музыка будет принадлежать продюсерскому центру. И в этом нет ничего страшного. Да везде будут говорить, что автор слов и музыки — это ты. Но опять же, это вот дело в короне. Угу. Вот человек свое эго может переступить или нет? Любую песню можно раскрутить. Ну, вот... Ну, конечно, тут дело вкуса. Дело вкуса, опять же, тут вот моего, да, то есть я, предположим, то, что я слышу, то, что мне нравится, я, ну, какие-то есть чуйки уже, да, какие-то наработки, но я думаю, что, опять же, у меня дальше с опытом это будет еще более-более раскрываться. Вот, потому что все-таки вот этим, вот я к этому пришла, да, можно сказать, ведь не так давно. Я сама удивляюсь, что вот за такой маленький промежуток времени у меня какие-то вот, ну, какая-то вот прям есть чуйка на это. Понятно. Ну вот как раз давайте, да. Я хотел поговорить, как вы к этому, как вы до этого дошли. Как я до этого дошла. Действительно, недавно это произошло. Где учат на продюсера? Я не училась на продюсера. У меня два высших образования. Это экономическое, финансы и маркетинг. Училась в Московском Плехановском университете. Там, ну, в общем, по отделению маркетинг-предпринимательства. Вот, у меня, в общем, два высших образования, но не продюсера. А как сюда? Что? Да. Вы знаете, вообще моя карьера началась там с 17 лет с банковской сферы. И работала я там 8 лет. Доросла до достаточно хорошего уровня, но понимала, что дальше банковская сфера, нет дальшего роста. Мне всегда это важно, то есть, ну, дорасти там, я не говорю до президента банка, но ну, до чего-то дорасти. Я доросла до кировского уровня, дальше тут уже никого, извините, не это самое. Вот. Не подвинуть? Ну. Да. Давайте так и скажем. И я уже знала, что нужно идти из этой сферы, и я кардинально сменила сферу. На фитнес-индустрию. Это фитнес-клубы, джим-стейшн. Uh-huh. Вот я их как раз открывала вместе с... У нас было несколько человек, и мы, в общем-то, как раз с нуля открывали эту всю сеть. Сейчас мы знаем, что эта сеть очень популярная в нашем городе. И вот все вот эти вот мысли, изначальные миссии, все это было как раз заложено... В той команде. В той команде, да, в этот проект. И это было очень душевно, правда. Вот. Потом я 4 года, в общем-то, вот как раз, когда «Алые паруса» уже открылись, пришел какой-то пик, меня вдохновило очень. То есть, по сути, эта вся сфера была такая услуг. Что банки, что фитнес-индустрия. Я же всегда, у меня это всегда клиенты, гости, это вот люди. Я делаю для людей. У меня всегда человек, он в центре внимания. То есть, вот... И это было и в банке, вот, и в фитнесе. И я так почему-то вдохновилась, ездила на какую-то конференцию в Москву по общепиту, да, по хорике. И я прямо очень захотела вот какие-то кафе, вот что-то такое, вот, да, давайте там будем делать вот здоровое питание, вот это все мне там, Наташа, давай пока фитнес, тут все. Я говорю, слушайте, я тогда пошла в культуру гостеприимства. В культуру гостеприимства я пошла к Андрею. Не Светаеву. Да, не Светаеву, да. Абсолютно с нуля начала эту сферу. Он меня научил очень многому. Я, конечно, очень им благодарна за это. Работала я там, правда, не так много, год. Вот, после этого я перешла в фабрику. Фабрика как раз уже стала как бы не их, но также, то есть вот я была в этой именно сфере гостеприимства достаточно, ну, то есть сколько там, 2 года. Вот. Mm-hmm. Тоже гость у меня был в центре внимания. Я на должности управляющей, то есть вот, то есть организовать вот это все вот, вот, да, то есть, ну, здесь людей, да, чтобы вот все как бы работало и чтобы все было хорошо. И после этого, когда я уже пришла
в гастробар инженер. Меня туда пригласили. Uh-huh. Хотя я ушла из фабрики. Я там... Мне было очень тяжело, правда. Я не спала. То есть то, что сейчас в моей жизни... Ночная жизнь. Да, то есть там нужно было работать и утро, и день, и ночь. И это... То есть ты в 7 утра уходишь с работы, сводишь все кассы и все. Всех сотрудников только отпускаешь. И тут же ты приходишь в 9 утра на работу. И так я работала полгода. И потом я подумала... Я пришла вот так вот к собственнику, говорю... Михаил, я ухожу, если дальше меня просто ногами вперед вынести. Он говорит: Наталья, ты же мне обещала, что долго будешь со мной. Я говорю: полгода — это для меня лимит. Все, я пошла. Вот. И меня в инженер пригласили на директора по развитию. Я думаю, ну, хорошо, пойду. Потому что там... Сергей вас нашел, нет? Да. Да, Сергей, да, вместе с Дмитрием, угу. Вот, я с ними встретилась. Ну да, были понятны там моменты, с которыми нужно работать. Я думаю, ну, вот что-то мне так откликнулось. Думаю, помогу инженеру, надо поработать. Вот, и у меня уже давно были эти мысли сделать конкурс вокальный. Это у меня уже год была эта идея, это вот начиная, наверное, с культуры гостеприимства. Вот, то есть вообще идей много, то есть и театр сделать у меня уже это давно было, вот, там, танцы, шоу-танцы, это тоже обязательно, это у меня уже такие давнишние идеи, и я такая думаю, посмотрю такая на площадку, думаю, а дай-ка я здесь вообще попробую сделать, как вообще пойдет, не знаю, ну, может, человек 5 там придет поучаствовать, вот, ну, и, соответственно, думаю, ну, я знаю вот этих там людей, кто поет, приглашу сама там, думаю, если не придут, вот. Ну, в итоге я только отправила... Сама спою в конце. Да, сама спою. Вот, и в итоге люди действительно пришли, и первый сезон, он такой получился, это уже про голос Кирова, название пришло, ну, это название приходит вот так, то есть все, которые вот в компаниях я работала, очень много каких названий я придумывала сама, вот, и они вот как-то приходят, вот, и все. Да, может быть, я там голос Кирова, там, да, такое взяла название, ну, да, взяла вот такое название, потому что, ну... Цели надо ставить амбициозные, да, когда да, ты к ним и идешь. Но давайте, вот про проект это вообще отдельную программу надо делать, потому что там и много очень интересного, и сам формат, и когда меня первый раз... позвали сходить на конкурс караоке, я, конечно, с большим сомнением, но сходил все-таки и понял, что караоке бывает разным. И здесь единственное, что скажу про этот проект, что, конечно, уровень организации, я вам говорил уже об этом, но он впечатляет. Для всех, кто знает, что такое сделать мероприятие, это, конечно, искреннее уважение. Немножко проговорим все-таки про продюсерские истории. Проект отдельная история. Мы с вами не успеем про него рассказать и про другой. Вот я в этом году только, соответственно, вот честно скажу, я только вот с этого года продюсерский центр открыла. То есть у меня все юридические документы. Я начала заниматься с конца того года, но мне было совсем некогда, потому что там еще была деятельность по инженеру, ее было очень много. Это был голос, это театр. Я там уже, у меня уже начала писать сценарий вместе с моей помощницей Еленой Комлевой. То есть, и только в этом году я юридически оформила все документы на продюсерский центр, вот эти все договора, все, потому что, ну, без этого никак, без этого никак. И теперь у вас по итогам проекта есть вот эта вот когорта артистов. Да. Только певцы, кстати, или... А другой проект у меня «Театр со вкусом», и там у меня актеры. Актеры, да, вот как раз-то иммерсивные гастроспектакли в городе. В этом году это был старт этого проекта, спектакль «Анна», который мы первый сделали. 5 раз мы его показали и собрали полные залы. Вот вы, кстати, вот Андрей, вот не я были. Не был, да. Это было очень интересно. Все проходит, вкратце скажу, что это проходит все в ресторане. То есть вот мы привыкли приходить в ресторан уже, ну это уже неинтересно, поесть там, выпить и все. А тут вы приходите, тут действо целое, 2 часа, это вот по Ане Карениной было, то есть такая серьезная постановка, 5 подач блюд, напитки, пляшут, танцуют, где-то музычка, вот это вот все, все тоже очень на профессиональном уровне, то есть это так, не какое-то там... Обязательно позовите, когда будет, я вот слышал про него, но не был. И у вас вот эта когорта талантливых людей, сколько их? Ой, я даже... Ну, плюс-минус. Ну, видите, с кем-то заключены контракты, с кем-то нет.
То есть вот с кем нет, они такие, как, знаете, у меня как спецагенты. Да, в поле зрения такие вот, ну, в общем, просто на спецзадачки я их там, да, вот где-то какие-то есть там заявки, то есть их туда. Угу. Вот. А основная банда, да, такое вот, ну, основная группа. Ну, вот кого группа. Вы прям раскручиваете. Да, да, да. Ну, их пока несколько буквально человек, то есть до 10, я бы так сказала. Вот, в ком видите перспективу? Да, да, конечно. Вот я почему к этому подвел. Какой он портрет творческого человека? Вот что они из себя представляют? Угу. Как вы внутри себя их видите и как к ним относитесь? Кто это? Кто-то как к детям, кто-то к источнику дохода. Угу. Вот для вас они кто? Какие? Ну, во-первых, я их вижу, как вот из них идет какой-то свет, и это люди, у них есть прямо желание вот это делать и петь, и они креативные, то есть, и даже в первую очередь вот какая-то артистичность вот это вот есть, то есть вот я именно таких людей. А голос, там, вокал, вот если мы берем, то у меня сейчас очень много наставников, и я там отдам, сразу же скажу, вот, ну, то есть тут надо доработать все, голос, это все там доработать, самое главное вот этот вот именно свет, чтобы человек себя со сцены как мог подать. И вот таких людей, да, я вижу, вот даже сейчас, вот в этом сезоне, вот такие люди есть. Они даже некоторые не прошли сейчас финал, там, да, но вот я, например, точно вижу, кем бы я занялась, потому что вот этот как раз свет, это харизма, вот это вот желание, вот оно есть. Ну, формулируете им это предложение? Да, конечно, конечно, да, я им обязательно, то есть только после проекта. Сейчас пока я не буду, вот, когда закончится финал 30 ноября пройдет, то я уже там выйду с предложениями, конечно, со ко всем, кому я считаю нужным. А вот, хорошо. Какие они еще? Ну вот они яркие, конечно, да. Они могут себя подать перед аудиторией. То есть как в разговоре, например. То есть, ну, к примеру, я же понимаю, поехала я с ними там в Москву, да. Угу. Вот. Там меня ко мне с уважением относятся. А вот я скажу, вот это вот, вот Петя, да. Вот, пожалуйста. И Петя такой весь. Ну, то есть... Скромный, вот, застенчивый, да. Потерявший голос. Да, конечно. Сразу, да. То есть Петя должен быть там, да, давай, да, вот это вот там я себя там тоже представить. То есть вот такие вот, да, что вот приехал Кир, из Кирова люди, то есть вот там не какие-то там из деревни, а мы из Кирова приехали. Поэтому ну да, вот это очень важно в людях. Ну, а остальные, я говорю, уже это все сейчас есть. Наставники, это уже можно все доработать, ну, то есть, сделать. Так скажем, профессиональные какие-то требования подтяньте. Человеческие, да, качества. Обязательно. Ведь принято считать, что вот эти вот звезды, они там все такие вот между собой, значит, конфликтующие. Mm-hmm. Там все вот такие с какими-то закидонами. При этом я, ну вот был у вас на проекте, видел отношения между там ребятами, девчонками, участниками. Они какие-то просто там наитеплейшие, да. Они там поддерживают друг друга, переживают. Вот человеческие качества какие у творческих людей? Ну, да, действительно добрые это люди, добрые, искренние, ну, вот вы знаете, ответственность — это очень важно, вот вы правильно, да, сказали, то есть вот ой, к сожалению, у творческих людей вот не у всех есть эта вот ответственность, знаете, и поэтому вот это я тоже пытаюсь разглядеть сразу же в чеке, это очень важно. Ну а так они действительно, они все такие очень близко к сердцу принимающие все, критично к себе относящиеся, вот, то есть в основном вот такие все-таки. Даже звезды, они все равно вот такие. Они очень все близко к сердцу всегда принимают, поэтому будут обидки какие-то, где-то что-то, вот это может быть. Но, вот, например, атмосфера у нас всегда очень теплая. И я это, опять же, отношу к тому, я работала в разных организациях, компаниях, видела разных руководителей, директоров и все. Вот какой директор, вот все остальное вот такое же. То есть почему вот у меня, да, и участники, вот обратите внимание, и вот если по голосу, да, потому что вы были, и участники, да, все люди в зале, там, партнеры, жюри, там, наставники, это все люди, вот, они какие-то такие, ну, же. Позитивные вот, они тянутся. Такой, да. Да, да, такие же. Вот. И, конечно, да, там 10% это никто не отменял, но слушайте, в основном я всегда говорю, вот такие. Хороших людей осталось не так много, нам надо держаться вместе. Да. Спросил про певцов, спросил про актеров. Вообще продюсерский центр ведь предполагает разные направления, да, деятельности. У вас сейчас там вот такой проект, такой. Есть какие-то мысли еще? Да, конечно, мыслей много. И в силу того, что у меня сейчас еще я в роли мамы стала, то я... Мало было хлопот у вас. Да, то я немножечко, ну как бы не то чтобы я откладываю, но я сейчас свои силы взвешиваю очень. Потому что, честно говоря,
я в этом году замахнулась на очень крупное, на большое. Второй сезон, да, я действительно решила сделать более ярким, более крупным, масштабным, да, подключила разные города изначально, вот эти все кастинги объездила, замахнулась на Гауди, да, на финал, в том году был в Инженере, финал будет сейчас в Гауди 30 ноября, на Доминика Джокера, который в разы выше, чем, да, в том году, кто приезжал у нас, то есть я тоже человек-продюсер, он там, ну, он композитор, и действительно, кто там, возможно, он кого-то увидит из наших, да, артистов кировских, и мы с ним как-то тоже там сотрудничаем дальше. На гала-концерт тоже в Гауди. И я понимаю, что сейчас в роли мамы даже это мне очень тяжело вывозить. Я еще раз вот хочу, конечно, поблагодарить моих вот, да, там близких, там маму, вот, которая сейчас, да, осталась с малышкой, там Никиту, да, который тоже где-то остается. Вот, потому что, честно, здесь одной вывести это крайне сложно. И поэтому вот эти проекты, все мои вот эти задумки, я очень хочу сделать шоу-танцы. И вот даже если сейчас кто-то услышит и подумает, о, идея классная, а уже потому что, видимо, понимать, что идеи, да, там у Натальи Зворогиной уже не такие, как бы, то я все равно скажу, что я в своих силах уверена и сделайте его сделаю, так, даже если кто-то сделает, то я сделаю круче. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, вернемся и обсудим это с вами. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в студию. Программу «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях Наталья Зворыгина, руководитель продюсерского центра «Голоса Кирова». Затронули вы историю с поездками по области. И действительно, те, кто, опять же, знает, впечатляются. Но расскажите, вы в этом году... Какая-то там невероятная цифра была и по километрам, и по людям. Да, 12 городов, не километров. 3000 километров проехали в августе, за один август. Вот, помимо этого было 10 кастингов и в Кирове, и вот 12 в городах. Слушайте, это такой большой интерес, люди так хотят... А чего вот они хотят? Они хотят стать звездами или они хотят реализовать свою вот какую-то мечту эту? Что ими движет? Я думаю, что здесь, да, несколько пунктов. Вот первое, чтобы их увидели и услышали. Вот прям хотят, да, люди, чтобы... Да, вот именно себя как-то проявить, себя показать. Вот увидьте меня, я есть. Да, вот я в Уржуме, я есть. Вот, там или где-то еще. Да, вот особенно из областей. Второе, это действительно исполнить свою детскую мечту. Вот масса. Выйти на сцену, да, и спеть, да? Да, у меня была в детстве мечта. Я там пела в микрофон, у меня была скакалка, и вот это был мой микрофон. А вот, это я сейчас, кстати, про себя сказала. У меня действительно было так. И многие так, то есть мне это откликается, поэтому... То есть вот именно исполнить, да, мечту. Где-то это уже на самом деле вот единицы, вот я бы сказала, это уже не все стать звездой, вот это уже дальше. Да, а вот первое... Приходит кто-то, хочет денег заработать? Вот, да так, есть, конечно, и такие, да. Я звезда, ну, я... Да, да, конечно, кому-то. Но я вот этот вот пунктик, что призовой фонд 300 тысяч, что у нас там 50 тысяч победитель, я его уже на задний план отставляю. Мне кажется, отставляю. Не он мотивирует. Да. Заметили ли разницу? Вот я все-таки, как сказать, не с точки зрения сегрегации, а вот есть разница между теми, кто приходит на кастинг в Кирове, и теми, кто в районах приходит? Потому что вот на сцене прям, ну, удивительно. Это люди раскрываются так, что никогда в жизни ты не подумаешь. А вот, ну, все-таки на кастингах большее количество, да, чем уже на конкурсе? Да, конечно. Там было, ну, всего было 600 человек, но вот я скажу, в области они так старались, вот они еще больше. Они, ну, вот посмотрите на меня, там они вот уже поют. А их же останавливаешь, песню, там, минута, и все. Ну, может, я допою до конца, у меня там еще в конце-то вот это, вот это. И вот еще, кстати, они все, они хотят эмоций. Каких-то ярких эмоций, вот чего-то такого новенького, вот выйти из этой обыденности и получить вот какие-то яркие эмоции, и также познакомиться с людьми, с новыми, вот, чего им не хватает, потому что, вот опять же, это, да, обыденность, а здесь они новых знакомств, да, вот эти все привлекают, вот это общество, оно одно, и, понятно, тут эмоции тут уже. Ну, собственно говоря, продюсерский центр это и создает, да. Вашим же продуктом и является... Да. Вот это человеческая эмоция, на самом деле, да? Да. Не выступление. Мы создаем впечатление,
приятное впечатление для людей, да, и делаем это для людей. То есть и продюсерский центр, как и проекты, то есть он отчасти таки, он такой народный, да, то есть потому что здесь делается все для людей. Вот. И вот в миссии, например, моей компании, я это уже так называю, да, сделать жизнь на чуточку ярче каждого человека. Вот. Я без каких-то, да, что там ярче там это, вот хотя бы вот, вот на чуть-чуть, но сделать жизнь ярче для всех, кто с нами. Это и артисты, это люди, которые приходят на мероприятия, это площадки, которые нас заказывают, партнеры, которые, да, приходят, и они тоже приходят со своей целью, да, там, рассказать о них, и их жизнь тоже становится ярче. То есть вот для всех тех, кто с нами. Слушайте, ну вот сейчас вспомнил, онлайн же, да, транслируется. Да. Понятно, что площадка инженеров всех не вместит. А сколько аудитория сейчас, ну, вот, смотрит у в онлайне? Самого, да, вашего главного проекта? А, смотрите, 50 тысяч просмотров у каждой прямой трансляции. То есть вот если уже было там, да, 6 туров, то уже можно сказать, что это там, да, 300 тысяч человек посмотрело. А, вот. Но честно скажу, вот я у кого-то там спрашиваю, так в городе живу, в такси вот еду. Вот. Ну, я не знаю, вообще таксист каждый знает про голос. Это, видимо, какая-то аудитория. Вот, а так, ну, действительно, очень многие, кто видит, смотрит, хорошо, кто был. Но короткий нужно вопрос. Быть именно, но нужно-то лучше быть все-таки, но приходить. Вот, да, нужно быть и слышать, да, и видеть это, потому что на самом деле, ну, очень удивительная вещь я не скажу для Кирова, мне не нравится эта фраза, но вообще для конкурса, который буквально там вот на наших глазах возник и развивается, качество продукта, ну, высочайшее. Будет ли «Голос» в следующем году? Да, обязательно. И у меня мечта вообще сделать детский «Голос». Я сейчас взвешиваю свои силы. Я хочу сделать «Голос» дети. Это рыдать будет вся область умиляции. Да, у меня уже продумано, ну, как, какая часть, да, этого вот именно сезона «Дети», то есть какой возраст, вот это все, то есть что там будет. Но он продуман у меня в таком тоже масштабном виде. И я вот сейчас взвешиваю свои силы, смогу ли я потянуть это, да, дело, сколько мне нужно людей подключить. То есть, конечно, да, команда моя сейчас растет, пока она не такая большая, вот. И на самом деле желающих прийти работать в продюсерский центр, я вам скажу, так, ну, немало, да. Mm-hmm. Вообще сейчас в сферу организации, знаю, что сейчас вообще проблемы с кадрами, но тьфу-тьфу, но в сферу организации люди хотят пойти, причем даже сменить сферу деятельности. То есть... Хорошо, завершается программа, Наталья, но не могу не спросить. Да. Во-первых, ждем танцы, во-вторых, ждем детский голос. И вопрос. Вот если убрать продюсерский центр, если... простите, но убрать дочку. Вот самой Наталье Зворыгиной что хочется еще? Вот как человеку. Не руководителю продюсерского центра, не маме, а Наталье Зворыгиной. Что еще хочется в жизни? А, ну, конечно, первое, мне хочется реализовать свой потенциал. Потенциал действительно это и в работе, это и дома, да, вот в роли мамы. У нас очень большой, у каждого есть внутренний потенциал человеческий. И сидеть вот, да, и мечтать о чем-то. Их очень много, этих мечт. А мечты они откуда? Это вот как раз из того, какой потенциал у человека. И вот его можно раскрыть. Вот я сейчас в себе раскрываю этот потенциал и раскрываю, соответственно, его и в людях. Да, потому что вот я его вижу. Но в первую очередь, конечно, я на самом деле так-то я в себе это все раскрываю. Поэтому дальше, дальше это только начало. Это только начало, мне кажется, всему. Очень быстро заканчивается время программы. Как всегда, не успеваем мы обо всем поговорить. Большое спасибо, что приняли приглашение. Это был очень интересный разговор. И я искренне вам желаю, а точнее, давайте так. Вот вы раскрываете чужой потенциал, чтобы себя раскрыть, а я пожелаю нам, чтобы вы раскрывали свой потенциал, и чтобы мы видели новые проекты, новых артистов, новых талантливых людей, новые какие-то движения происходили. Вот я нам этого пожелаю. Спасибо за программу, Наталья, успехов. Спасибо большое за приглашение, Андрей, тоже больших успехов. Спасибо. Разговор по делу.